Министерство культуры Таджикистана объявило республиканский конкурс «Книга-2021», который приурочен 30-летию независимости страны. Цель конкурса – поиск лучших современных таджикских произведений литературы, отвечающие стандартам искусства речи и литературного языка. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Этим вы мотивируете меня выпускать новые и полезные ролики. Ориентированные на прошлое, настоящее и будущее Таджикистана, отмечается в сообщении Минкульта. В конкурсе могут принимать участие таджикские авторы поэзии и прозы, детище которых были опубликованы в 2021 году в издательствах страны. Основными условиями конкурса являются навыки выражения, соблюдение искусства речи, языка, стиля, связь идей и последовательности событий, гармония содержания произведения. Вот еще видео. Может, вам понравится. С требованиями современности. Победители сборников стихов, прозы, публицистики, детской поэзии и художественного перевода получат дипломы, награду от министерства, а также денежные вознаграждения от 500 самани до 1,5 тысячи самани. Граждане, желающие принять участие в конкурсе, должны до 10 декабря отправить 2 экземпляра новых книг, изданных в 2021 году по адресу 734-025, город Душанбе, проспект Рудаки, 34. Управление издательства и печати. Министерство культуры РТ.